какой-то. Она сказала, что у него ушиб мочевого пузыря, да? Да не похоже так. Моча абсолютно нормальная. Ну вот он ни в какую не действует. А, вы ее выдавливаете, да? Да, массаж А катетером, когда отводишь, там как-то пластическое что-то у него. Очень комок. Больно, тебе больно, Жайка, больно. Ну вот две лапки сломаны. И не писает непонятно что. Хотя ест отлично. Бодрый, веселый, несмотря на свои переломы. Ну опять придется тебе катетером отчет водить. Мурчит он. Чижик, да. Чижик это. Нашли в лесу его, женщина. Сегодня рассказывала. Чижичонок. И мы тоже пеленок принесли. Ну вот. Ну как вот в лесу он оказался, да, со сломанными лапами. При том, что перебиты обе. Значит, упал откуда-то, да? Скорее всего, упал, потому что у него там, я на рентге не видела. У него там кость, она уехала за коленку как будто. Да, бедро сломано под коленкой. Угу. Вот, да, женщина рассказывает, он так в нас вцепился, когда нашли мы его. Так, говорит, вцепился, все, не отпускал. Ну, так ты не истощил. Да, наверное, чей-то был потом там, или выпрыгнул с окна. Вывалился.